Умер голливудский продюсер Мартин Бригман. Кинематографист скончался на 93-м году жизни. Причиной смерти, по официальной информации, стало кровоизлияние в мозг. Известный американский продюсер Мартин Бригман умер в возрасте 93 лет. По официальной информации, причиной смерти кинематографиста стало кровоизлияние в мозг. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Мартин Бригман сотрудничал с топовыми голливудскими актерами, среди которых Аль Пачино. Именно он предложил актеру его дебютную главную роль в фильме «Паника в Нидл-парке». Он также выступил одним из продюсеров фильмов «Нечего терять», «Матильда», «Собачий полдень» и других. Однако наибольшую известность ему принесла работа над лентой «Лицо со шрамом» Брайана де Пальмы, главную роль в которой также исполнила Аль Пачино. Ранее сообщалось, что в России скончался известный советский режиссер Станислав Говорухин. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.